Что Бог делает в Тель-Авиве, чего Он желает для этого города. Меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на Возрождение сегодня. Я так рад, что вы присоединились к нам сегодня. Сегодня у меня в гостях Гил Эфриат. Он пастор мессианской общины Тель-Авива Тиферта Иешуа, или Любовь Иисуса. Я так рад, что вы у меня в гостях. Я давно хотел, чтобы вы пришли к нам. Перед тем, как мы перейдем к теме, я хочу напомнить, что каждую неделю мы рассылаем информационный бюллетень, который укрепит прикрепит вашу веру и благословит вас. И вы можете подписаться на него на нашем веб-сайте. Мы также ждем ваших писем и молитвенных просьб, а еще каждую неделю мы благословляем вас лучшим контентом, который у нас есть. Мы работаем специально для вас и снимаем для вас. Итак, с нашим гостем Гилом Эфриадом мы знакомы уже несколько лет. Напомню вам еще раз. Гил пастор общины. And, uh, вы женаты, well, Gil, Гил, у вас uh, есть дети, you know, you у вас замечательная семья, прекрасная жена и прекрасные дети. Расскажите, You're а сколько Yishua. у вас You're детей? Трое. Но я знаю, что наши зрители не знают вас так, как я. И я хотел бы познакомить их с вами. Расскажите нам свою историю. Где вы родились? Как вы уверовали в Господа Иешуа? Я родился недалеко от Тель-Авива и вырос в полутрадиционной семье, но я с ранних лет полюбил Библию. У меня была серия библейских историй для детей, но в этих историях цитировали стихи из Библии. То есть там был не детский язык, а библейский. Мне они очень нравились, и я постоянно просил маму читать мне их. Сегодня я понимаю, что Бог дал мне дар чтения в очень раннем возрасте потому что мне так нравилась Библия. Так что мама даже устала от этого. Однажды в субботу я попытался разбудить ее в 6 часов утра. Представляете? Чтобы она прочитала мне историю о Ноевом ковчеге. Она сказала, «Нет, мы слишком устали». Помню, как я открыл книгу, и вдруг меня осенило. Я начал узнавать буквы. Буквы стали объединяться в слова, слова в предложение. Итак, я начал читать невероятно. Тогда мне просто сказали, что я очень талантливый или гений. Сегодня я понимаю, что это был дар от Бога. Я очень любил Библию, и Бог дал мне этот дар. Много лет я читал эти истории из Библии снова и снова. Я твердо верил, что Бог из Библии реальный и живой, и что современная история Израиля не случайна. Я видел, что создание государства Израиль, возвращение народа, это исполнение библейского пророчества. И как это не парадоксально, еще в детстве я понимал, что религиозные традиции не ведут нас ни к чему хорошему. Если бы все продолжалось так и дальше, то мы бы остались в изгнании. Ортодоксальные евреи всегда были против сионизма. И мне не давала покоя эта несостыковка. Я вижу, что Бог живой, и Библия реальна, но религия не дает мне ответов. Меня долго волновал этот вопрос, но когда я достиг пубертата, то, как и многие, ушел в мир, и на какое-то время я забыл об этом вопросе. Вдруг стало мне все неинтересно. Мне были интересны только вечеринки, дискотеки, но когда мне исполнилось 20, я снова стал искать духовные ответы. Я думал о смысле жизни, о Боге. Я отправился туда, куда идут многие люди, ищущие этих ответов на вопросы. А именно в Нью-Эйдж. Я начал читать различные книги. А после армии, скажите, вы куда-то поехали? Нет, потому что в армии я проходил по особой программе, а туда. До армии я учился в университете на инженера. И когда я попал в армию, то меня взяли на шестилетнюю программу обучения. Но потом они платили за вашу учебу. Нет, тогда такого не делали. То есть это что-то новое. Сегодня они это делают, но тогда такого не было. Они лишь давали нам прекрасную возможность доучиться до призыва в армию. Поэтому у меня не было времени на поездки и путешествия. Итак, я начал читать и заметил, что эти книги тоже говорят о едином Боге. И там тоже были какие-то проблески истины. Да, даже в тех книгах. И это привело меня в большой восторг. Это было для меня доказательством того, что Единый Бог открылся Израилю давно, тысячи лет тому назад. В то самое время я встретил свою нынешнюю жену. Она христианка из Америки, но с еврейскими корнями. И именно она начала рассказывать мне, об Иешуа. Это был первый раз, когда вы услышали об Иешуа. Или впервые от американской девушки. Да, но в позитивном свете, потому что до этого в нашей культуре я слышал об Иешуа который есть свет, путь и истинная жизнь, только негативная. И обычно тут о нем думают в свете истории христианства и отношения христиан к Израилю, антисемитизма. Да, верно. И она предложила мне прочесть Новый Завет. Моей первой реакцией было ⁇ О нет, это проделки тьмы. Это запрещено. Но я вспомнил, что за несколько лет до этого мой дедушка тоже предлагал мне открыть и прочитать Новый Завет. На тот момент... Мне это было неинтересно. Ваш дедушка был верующим в Не знаю. Мама говорит, что нет, но когда-то он предлагал мне прочесть Новый Завет, заявляя, что это очень интересная книга. Но на тот момент я это проигнорировал. Мне это было неинтересно, но когда жена предложила мне это, я сразу же вспомнил тот случай, я подумал, если дедушка считал, что это нормально, то, наверное, это нормально. Если он не умер, читая это, то и с вами ничего не случится. Такие ходят слухи. На тот момент дедушка уже умер, и я не мог обратиться к нему и спросить, а почему ты предлагал мне это? Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Я надеюсь, что Господь все-таки коснулся его сердца. Я начал читать Новый Завет и оказалось, что эта книга совсем не такая, как нам говорили. Она действительно написана евреями, с еврейскими традициями, и ощущается, что это продолжение Библии. В ней также видна истина. И я начал находить там ответы на те вопросы, которые были у меня всегда. Парадокс. Я вижу, что Библия истина, Бог Библии живой но религиозный или ортодоксальный подход не имеет никакого смысла. Он скорее вел нас к проблемам и еще большему непониманию. Иешуа был царем, он был и есть ответом на все вопросы и на мои вопросы в том числе. Так все стало на свои места. И это был процесс, в котором вначале я принял все на интеллектуальном уровне а через год или полтора года, где-то около этого, я принял все это уже в свое сердце. Я открыл свое сердце и по-настоящему стал верующим, уверовал в Господа и Иешуа. Вы приняли Святого Духа и так далее. А как на эти перемены в вашей жизни отреагировала ваша семья? Не очень положительно. Они были очень сильно против, особенно моя мама которую очень сильно волновала. Что же скажут другие люди? Она опиралась на мнение людей. А с годами ситуация как-то поменялась? Слава Богу! Сегодня она реагирует на это значительно спокойнее. Мой отец умер через несколько лет после моего покаяния. И сегодня моя мама более открыта к моей вере к моей жене и к нашему образу жизни в целом. Поэтому все меняется и в лучшую сторону, если учесть, чем вы сегодня занимаетесь. О да, слава богу, сейчас ее отношение значительно лучше. Она даже готова признать, что в этом что-то есть. Она даже верит, что Иисус ⁇ это Мессия, но только для язычников, а не для евреев. Как мы знаем, это большой обман но это уже большой шаг вперед. Прошло много лет, и вы начали служение. Вы сразу стали пастором, вы работали на обычной работе, в обычной компании инженером. Верно? Скажите, а чем вы там занимались? Я работал как инженер-электрик в сфере высоких технологий. Сегодня я все еще работаю там, но на полставки а также я служу старшим пастором в общении. Как же это случилось, наверное, вы хотите спросить? Да, именно это я хотел узнать. Это был план Божий. Я к этому не стремился. Я даже боялся этого призвания. Много лет подряд люди говорили мне, что это мое призвание. Вернее, призвание нашей семьи. Нам совсем не нравились эти слова. Мы избегали их, перебью вас на секунду, когда я был моложе, две работы в мире казались мне самыми сложными. Президент страны и пастор церкви. И в сердце я говорил, Господь, вот этим я не хотел бы заниматься никогда. Но сегодня я молодежный пастор и продолжаю двигаться в этом направлении. Это точно было от Бога, потому что я этого никогда не хотел. Я думаю, что Бог ищет людей, которые этого не желают, потому что тогда понятно, что это сделал Он, и вся слава принадлежит Ему. И через послушание в тех шагах, которыми Бог ведет вас, перед нами открываются двери. И мы говорим «да», потому что понимаем, что это сделал только Бог. Будьте послушны, следуйте за Ним. У Него есть лучший план для вашей жизни. Так я и оказался на этой должности. Вы занимаетесь этим уже какое-то время. С какими трудностями вы уже успели столкнуться в вашей общине в Тель-Авиве? Слава Богу, все проще, чем я думал. Все по Божьей благодати. Божья благодать действует, когда люди призваны для исполнения Его целей и предназначений. И с благодатью это вовсе не сложно. Это не значит, что трудности нет совсем. Нет, трудности возникают, но Его благодать направляет нас с женой шаг за шагом. Основные трудности возникают прежде всего из-за... Позвольте-ка, мне нужно даже подумать немного. Так я сразу не готов сказать. Вернемся к этому позже. Я хотел бы еще поговорить о Тель-Авиве. Его называют Лас-Вегасом Ближнего Востока. Лас-Вегас в Америке известен как город греха. Там много гомосексуалистов, извращений и греха. Многие люди съезжаются в Тель-Авив, чтобы гулять, кутить, но при этом Бог движется в этом городе. Вы в самом сердце этого. Расскажите о том, что происходит в вашей общине. Как вы достигаете жителей Тель-Авива? Во-первых, хочу сказать, что это правда. Дух мира процветает в Тель-Авиве. Но я предпочитаю работать с духом мира, чем с религиозным духом, с которым вы имеете дело здесь, в Иерусалиме. Кстати, я считаю, что секуляризм, тенденция, уводящая людей в мир, который действует в Израиле последние сто лет, это хорошая тенденция для Израиля. Он освобождает евреев от уз религии и от того, что они привыкли отвергать Иисуса от самого рождения. Нерелигиозные люди чувствуют себя свободнее и могут рассмотреть возможность того, что Иисус — Господь и Мессия. Я считаю, что в Тель-Авиве который является сегодня столицей мирского общества. Конечно же, в мирском обществе много греха. Есть потенциал для невероятной благодати и для большого пробуждения, которое, как мы верим, грядет в Тель-Авиве. В Писании сказано, что пробуждение народов пришло через ворота Тель-Авива. В 9 главе книги Деяний говорится о пробуждении в окрестностях Тель-Авива. Конечно же, в то время Тель-Авива еще не существовало в современном понимании, но в Деяниях 9 главе говорится о том, что Евангелие было в окрестностях современного города Тель-Авив прямо перед его приходом к язычникам. Вспомните историю Корнилия. Мы верим, что то место стало воротами для распространения Евангелия среди разных народов, и оно же станет воротами, через которые пробуждение вернется в Израиль. Прекрасно. Несколько лет назад, когда я был в Америке, нам говорили, что когда вы приземляетесь в аэропорту Бенгурион, вы приземляетесь в самом центре пробуждения, потому что 2000 лет назад вся та местность пришла Господу. Кто-то даже воскрес из мертвых. Там были чудеса, исцеление и сила Божия. Поэтому Тель-Авив — это место духовного значения, и там есть колодцы пробуждения, которые Бог желает снова откопать. Аминь! И мы ждем этого дождя пробуждения и сейчас мы уже чувствуем тифтуф или маленькие капли, которые <laughs> начали <laughs> моросить <laughs> на эту землю. <laughs> yeah. Yeah. Да, моросить it's и, it's... и брызгать. It's, it's be да, be и be поток it's постоянно it's усиливается. <laughs> <in> <laughs> почти на каждом собрании мы видим вообще не новые лица. Присутствие Бога становится все сильнее и сильнее, особенно во время хвалы и молитвы. Все больше и больше людей открывают свои сердца Господу. За первый год десятки людей приняли крещение, и это невероятно. Потому что раньше, за год, мы крестили 2-3 человека, а в этом году мы говорим уже о десятках. Я ожидаю, что число возрастет до сотен и даже до тысяч. Мы много слышим о вас от Ашера, который ездит к вам по пятницам. Он приезжает и говорит, «О, еще один еврей отдал свою жизнь Господу». Или кто-то получил исцеление. Эти истории укрепляют нашу веру. Ура! Бог движется в Тель-Авиве. Аминь. Я знаю, что вы еще помогаете и бедным. Раздаете еду на улицах и рассказываете о своей вере. Ну а что еще вы делаете? Нам очень важно достигать людей в Тель-Авиве. Как я уже говорил, мы ждем пробуждения в Тель-Авиве. В первую очередь это означает построение сильной, зрелой и исполненной духа общины, а также достигать неверующих. Как мы это делаем? Во-первых, призываем людей рассказывать о своей вере родным и друзьям. Это лучший способ. Ну а еще мы следуем модели из Писания, когда Иисус посылал учеников подвое. И они говорили с людьми, проповедовали Евангелие и исцеляли больных. Да, мы это делаем. Бог действует, и у нас множество свидетельств об исцелениях. Недавно у нас был евангелизационный пикник. Мы устраиваем пикники раз в месяц и используем эту возможность, чтобы проповедовать с другим людям в парке. И это, кстати, весьма эффективно, потому что всегда там кто-то гуляет, люди с семьями выходят туда. Еще, конечно же, мы служим бедным и нуждающимся. Эти люди очень важны для Господа. Поэтому мы занимаемся этим. А еще в вашей общине целый музыкальный коллектив. Вы устраиваете небольшие концерты и приглашаете на них людей. Верно. Мы называем этот проект «Ядаман». Это музыкальные вечера, открытые как для верующих, так и для неверующих. Мы создаем атмосферу очень комфортную для неверующих, где они могут послушать мессианскую музыку и не мессианскую, но уважительную по отношению к Господу. И в такой атмосфере они знакомятся с верующими и слышат Евангелие. Прекрасно. А еще ваша община говорит на иврите. У нас есть друзья, которые приезжают к нам со всего мира. А они могут посетить вашу общину? Конечно же. Мы не обещаем перевод на английский, но обычно в собрании есть добровольцы, готовые переводить на английский. С самого начала община получила видение, что служения будут на иврите, чтобы это была по-настоящему израильская община. Мы хотим, чтобы местным было там комфортно, чтобы они не чувствовали, что это что-то чужое, а ощущали себя как дома. Нам было важно, чтобы все было на иврите без перевода и без наушников но все понимают язык Святого Духа. Я уверен, что все приходящие будут ощущать присутствие Бога и будут благословлены, потому что мы настроены и направлены абсолютно на всех людей. Аминь. А если кто-то захочет больше узнать о вашей общине, то куда он может обратиться? У нас есть веб-сайт — T -t а еще страничка в Фейсбуке. Люди могут зайти туда и связаться с нами. Или быть в курсе наших последних новостей. Ясно. Гил, большое вам спасибо. Нам интересно было узнать, что происходит в Тель-Авиве. Друзья, я очень рекомендую вам зайти на веб-сайт общины Гила tifertyeshua.org tifertyeshua.org Следите за ними в Фейсбуке, а также я прошу вас молиться за эту общину в Тель-Авиве. Они очень активны и ориентированы на Царство Божие. Они достигают неверующих. Через них евреи приходят к вере в Иешуа. Им нужна ваша молитвенная, а также финансовая поддержка. У них есть много проектов, поэтому помолитесь о том, чтобы стать с партнерами этого служения. Молитесь о том, чтобы началось пробуждение, и тысячи евреев услышали Евангелие и пришли в Божье Царство. Еще раз большое спасибо за то, что были с нами. Не забудьте лайкнуть. Это видео и поделиться им. Увидимся через неделю. Будьте обильно благословлены.